связи с тем, что Гурмышкин Д.А. изменил фамилию на Лати Д.А. в апелляционный суд, для участия адвоката необходимо было предоставить договор за заявник. Щодо перегляду вироку суду, суд зараз розглядає вашу заяву про перегляд вироку суду. Ви звернулися у зв'язку з чим ви просите переглянути Хорошо. Вирок суду? Хорошо. Возражение адвоката Иванишина И.В. Предоставление в суд 30.05.2017 не могут быть приняты во внимание и рассмотрены, так как они поданы от имени Гурмышкина Д.А. адвокатом Гурмышкина Д.А. при этом осужденного Гурмышкина Д.А. фактически не существует. Заявник, суд заслуховував ваше пояснення щодо заяви про перегляд вироку суду за нововиявленими обставинами. Ви зараз посилаєтеся на заперечення чи на зміну прізвища. Зараз ми розглядаємо заяву. У зв'язку з чим ви просите переглянути вирок суду, які саме виявлені обставини? Господи, подожди, не перебивай. По нововиявленным обстоятельствам я не согласна с амнистией Гурмышкина, уже и Лати, я не знаю, кто он. Я не согласна с амнистией. У вас есть на руках ваша заява про перегляд вироку суда? Ну, держи. Наявність відомості про відсутність у Гурмышкина Д.А., він же, мабуть, і Лати вже вірні, двох і більше дітей на момент прийняття рішення про амністію останнього. Тобто, він не попадав під амністію, так як у нього один ребенок несовершеннолетній, а під амністію попадали, у кого діти неповнолітні інваліди, або дитина повнолітня, хлопчика чи дівчина, і теж інвалід. И у него, когда было в 2014 году, было судебное заседание, у него было две статьи, которые не рассматривали, 190, 358, часть 3, она была не закрыта. У нас есть судебное, мы ознакомливались, у нас есть в судебном деле, это распечатано. То есть было, и он был в, господи, а не в выезде. Подписка о невыезде у него была, и у него проходило, это не взялось во внимание и облегчило, получается, ему. Дим, я уже не могу. Наявність відомого щодо необґрунтованого застосування судового корабельного районного суду міста Миколаєва обставин, що пом'якшують відповідальність Гурмышкина в той час, як цих обставин фактично не існувало. Наявність відомості щодо необґрунтованого незастосування суддею корабельного районного суду міста Миколаєва обставин, що обтяжують відповідальність Гурмышкина. Господи, я опять повторю. Наявність... Я же говорю, не растягиваю. Вот это самое важное. Наявність відомо щодо судебного Гурмышкина Д.А. за статтею 190 КК України, не враховуючи відомості про судимість Гурмышкина Д.А. дало необґрунтовано за змогу останньому отримати мінімальну можливість покарання та підписати під дію закону України про амністію у 2014 році. 190 и 358 часть 3. У него две статьи было. Да все, Дима, не перебивай. У него было две судимости на момент уголовной судимости в 2014 году. Он не имел права на амнистию. Да, он не имел права на амнистию. Подтверждается.
358. Подтверждаются документы о 190 статье и 358 часть 3. Сейчас я предоставлю. Одну минуточку, пожалуйста. Нет. Материал у него, в принципе, не есть. Вот за причиной. Утверждение Иванишина и ВВ о наличии родителей уже рассматривалось. Иванишин И.В. не предоставил справку о том, что сестра Латия Д.А. является нетрудоспособной. В законе Украины об амнистии в 2014 году прямо указано, что освобождаются от амнистии те, у кого есть дети во множественном числе или один ребенок инвалид. Документов подтверждения их факты Иванишиным И.В. не предоставлено, что у него ребенок инвалид. Утверждение Иванишина И.В. о том, что участковый допустил справку характеристики ошибку, является огульным и бездоказанным. Ссылка на ведомости из ОСК МВД Украины лишь подтверждает о наличии еще одного уголовного дела в отношении Горлушкина Д.А. то ли он и Лати сейчас. Статья 358 КК Украины. Решение по этому уголовному делу не принято. Выступление права на амнистию, то есть он не имел, не должен, незаконно было у него амнистия. Так он этого нет. Преступление. Да. Нет, опыта нет, есть еще амнистия, он совершил в следующем состоянии. Где? Кроме того, адвокат Иванишин И.В.В. продолжил свои противоправные действия и предоставил в Корабельный районный суд договор, заключенный с несуществующим осужденным Горлушкиным Д.А., а также возражение и ходатайство от лица последнего. Следствием противоправных действий адвокат Иванишин И.В.В. и Лати Д.А. стали процессуальные ошибки Корабельного районного суда. А именно, повестка выписана на имя несуществующего осужденного Горлушкина Д.А. Указанная повестка вручена постороннему лицу, то есть адвокату Иванишину И.В., который не действовал в интересах Латия Д.А. Фактически Иванишин И.В. и Латий Д.А. совершил покушение на совершение противоправной действия с целью добиться от суда решения, в котором бы стороны процесса выступал несуществующий осужденный Горлушкин Д.А., что впоследствии повлекло бы за собой безусловную отмену судебного решения в связи с существующими нарушениями криминального процессуального законодательства. Указанный умысел Иванишина И.В. и Латия Д.А. не довели до конца по независящим от них причинам, то есть они не отказались от своих противоправных действий, а были разоблачены в судебном заседании. Считаю, что Иванишин И.В. и Латий Д.А. совершили действия, в которых усматривается состав преступления
ответственности, за которые предусмотрена статья 358, статья 376 КК Украины. Тем более, что в отношении Латия де Ауже имелось криминальное дело по части 3 статья 358 КК Украины. Кроме того, Латий де А изменил свою фамилию, умышленно уклонился от исполнения приговора от 17.03.2014 Корабельного районного суда. Под этой фамилией он работает директор Росукрснаб. Привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, однако скрыл свое имущество и доходы. Ответственность за невыполнение судебного решения предусмотрена статья 382 КК Украины. Также остается загадкой, как Латий Д.А. находится в розыске, как должен был задержан рабочий... Господи. Также остается загадкой, как Латий Д.А., находясь в розыске, как должник, был задержан работниками полиции, был привлечен к административной ответственности в суде. Как сумел вообще поменять свой паспорт, очевидно является, что полиция умышленно его не внесла в базу розыска. Следует обратить внимание, что эти противоправные действия Латия Д.А. совершил в момент действия амнистии, хотя я считаю ее незаконной. Все эти противоправные действия были осуществлены Иванишиным И.В. и Латием Д.А. при попустительстве и служебной халатности прокуратуры Николаевской области, точнее, прокурор Петренко А.А., Стоянова Д.П., Пирожка А.В., которые вместо рассмотрения дела занимались отписками и оправданиями Латия Д.А. Ответственность за служебную халатность предусмотрена статья 367 КК Украины. Прошу эти факты, выводы по ним отобразить в судебном решении. Я считаю, что дело должно быть приостановлено, этим фактам должна быть дана соответствующая правовая оценка. А именно, в отношении Иванишина И.В. и Латия Д.А. должны быть внесены в ведомости в единый реестр досудебных расследований и проведено следствие. У вас какие-то нові новые обставины? То есть у меня на данный час есть ваша заява, яка подана 6 лютого 2018 года. Про нововиявлені обставини. Вони були вручені та заява прокурор отримав заяву. Так, ваше. Ви зараз посилаєтесь на зміну скоєння посадового злочину. Ну, правильно, тому що ваша честь. Ну, тобто, вони зараз нові нововиявлені обставини. Так, да, да. Ну, так, тоді уточнюйте вашу заяву, я буду вручати учасникам процесу, відкладати слухання по справі. Прошу долучити. Мої нові, господи, як вони по-русски? Нововиявлені обставини. Так как он поменял фамилию, так как он обманул и апелляционный суд, и корабельный суд с самого начала. Я вас правильно розумію? Тобто до своєї заяви від 6 лютого у вас зараз ще якісь обставини нововиявлені? Да. Ну покажіть, будь ласка. Так, ну тоді суд вважає за необхідне відкласти судовий розгляд, оголосити перерву. Вам надається час заявник про уточнення вашої заяви про перегляд вироку суду, якщо ви виявили іще якісь нововиявлені обставини, які не були відомі суду корабельному під час прийняття оскаржуваного рішення. Я правильно розумію? Yeah. Тобто прізвище Латі на Латі він коли змінив вообще? В тому году. А вирок суду був в 2014 році. Яким чином це впливає на... У нас пройшов апеляційний суд на Горлушкіна, а він уже Латі. Это должны же были прокуратура расследовать и в апелляционном суде уже привести и сказать, что подождите, мы судим не Горлушкина, а он уже не Горлушкин, он Латий. И прокуратура... принятия решения апелляционным судом, он был уже Латий. Латий, да? Латий. Ну, значит, тоді, будь ласка, уточніть вашу заяву в письмовій формі.
про перегляд рішення суду. Дана заява вам на суд надасть час вручиться, буде відправлена всім учасникам процесу, це засудженому, захиснику, прокуророві. І тоді вже суд зможе продовжити. Ви згодні з таким рішенням? Прокурор, немає у вас заперечень? Немає ваше часу. Суд ухвалив поставити оголосити перерву та надати час заявнику для уточнення заяви про перегляд вироку судом.